Те же туристы, что хотят выехать за пределы республики, могут воспользоваться дополнительными туристическими поездами. РЖД запустит более 60 туристических поездов, популярные у россиян города России и Европы. Большим спросом во время зимних праздников традиционно пользуются туры в вотчину Деда Мороза – Великий Устюг. В настоящее время на этом направлении запланировано 14 пар поездов из Нижнего Новгорода, Перми, Москвы, Казани и других городов. Ежегодное лидерство среди зарубежных направлений сохранила Финляндия. На железной дороге большим спросом пользуется выездной тур в Лапландию на родину Санта-Клауса. В настоящее время запланировано 32 поезда в Финляндию. Также в декабре-январе туристические поезда будут курсировать в Польшу, Словакию, Эстонию и страны Прибалтики.